ответа? А, знаете, вариантов ответа есть несколько. Ну, в основном я выбираю либо первый вариант ответа, либо последний, либо что-нибудь посередине. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Да. А люди погибнут или нет? Вы знаете, я думаю, что гибель вообще это такое, как сказать, это очень такое понятие растяжимое. Понимаешь, каждый день происходит гибель. Мы ложимся спать и погибаем, а утром просыпается кто-то другой. Поэтому тут очень сложно сказать, кто погибнет и что погибнет. Это люди погибнут. Скажи, пожалуйста, а почему люди погибнут? Я вообще не говорил, что люди погибнут. Я вообще надеюсь, что люди, наоборот, будет возрождение какое-то. Мы в каком-то новом качестве начнем существовать. Я больше на это надеюсь. Скажите, пожалуйста, а почему? Почему этот вариант ответа? Почему этот вариант ответа, да? Вы знаете, было много очень вариантов ответа, но я почему-то выбрал именно этот. А почему, даже сейчас уже и не пойму. Почему не поймете? А знаете, потому что понятийный аппарат, он довольно слаб. Скажите, пожалуйста, а почему вы не поймете это? А знаете, а вот многое непонятно, многое. Знаете, и я вам скажу, что в вашем возрасте я понимал гораздо больше, чем сейчас. А почему сейчас? А вот знаете, сейчас, мне кажется, это единственное вообще, что есть, это сейчас. Ведь нет же больше ничего, кроме сейчас. Вот кроме вот этого момента, ничего больше и как бы и нет. Скажите, пожалуйста, а почему больше нету-то? Вы знаете, это мы тогда, наверное, углубимся в буддизм, почему больше ничего нету. Но говорят, что все иллюзия. Есть вот такое сейчас, то, что мы воспринимаем. Скажи, пожалуйста, а почему вы воспринимаем, а? Почему мы воспринимаем? Вот это очень интересно. Вы знаете, вот очень многие физики, они вот спрашивают, почему вообще так получилось, что мы вообще что-то воспринимаем? Этого же не должно было бы быть, но это есть. А вот они приходят к выводу, что вот это пространство, которое все заполняет, это и есть как бы восприятие в чистом виде. Скажите, пожалуйста, а почему выполняет это? Почему выполняет это? Ну вот есть такая теория, что вот, знаете, Вселенная, она вообще все выполняет. Да? Да. А почему выполняет? Почему выполняет? А говорит, что Вселенная – это такая машина по исполнению желаний. Почему желаний? Почему желаний? А говорит, что больше ничего и нет, кроме желаний. Есть только желания, есть только наши желания. Скажи, пожалуйста, а почему есть только желания? Почему есть только желания? Ну, потому что... Иначе вот, иначе ничего нет. Ну а что? Когда есть желание, то все и появляется. Ну все, до свидания. Да, так быстро. Ну, до свидания. До свидания. Теперь ты давай.